Я же просил вахтеров не пускать тебя. Откуда у тебя? А мне повезло. Сегодня новенькие. Это мне повезло. Откуда у тебя халат главврача? Одолжила, пока он был в туалете. Ты поел? Я так и знала, что ты не пообедал. Я принесла тебе свежий куриный бульончик. Мама, какой бульончик? У меня сложнейшая операция. Послушай, операция на чем у тебя? Я что-то не очень поняла. Операция... А, послушай, вот эту штучку, может быть, лучше вырезать, а? Она тебе будет мешать. Мама, эта штучка, куда ты тычешь пальцем? Это сердце. Но вырезать нельзя. А это еврейское сердце? Мама, какая разница? Как какая разница? Для меня все пациенты одинаковые. Я давал клятву Гиппократа. Послушай, а как отчество этого Гиппократа? Я не знаю. А он не еврей? Нет, он не еврей. Он грек. А. Он греческий еврей. Грек или кто, ты говоришь? Он грек или римлянин? А, ну, ты знаешь, судя по фамилии, обязательно еврей. Так, а это, послушай, это сердце, которое ты оперируешь, это еврейское сердце? Нет, это еврейское сердце. Скажи ты мне, пожалуйста. И вообще, скажи мне, эта пациентка, она как, замужем или нет? Я не знаю, замужем она или нет. Ну, тебе же давно пора жениться. Послушай ты меня. Она хоть симпатичная, ты видел ее лицо? Я не видел ее лицо. А кто эта девочка, с которой ты только что разговаривал? Это старшая операционная сестра. Она не еврейка? Нет, она не еврейка. И ты хочешь на ней жениться? Я не хочу на ней жениться. Откуда ты взяла? По-твоему, я дура, да? Я не вижу, как ты на нее смотрел. Слушай, и вообще ты сделал очень маленький разрез. Тебе будет неудобно. Мама, не надо махать руками. Это здесь сложнейшая аппаратура. И вообще, убери руки с брюшной полости перируемого. Ладно, я уберу. А кто этот мужчина, который только что здесь под ногами крутился? Это наш анестезиолог. А он не еврей? Нет, он не еврей. Странно. А так похож на нашего дядю Зяму. Дай-ка мне железку, я сыр ей порежу. Мама, это кошерный мясной скальпель, им нельзя сыр резать. Я им сыр не режу. А, конечно. Тебе жалко какой-то железки для родной матери, да? Для родной мамочки мне ничего не жалко. Но скальпель я тебе не дам. Послушай, ну ты же голодный. Пообедай, а? Пожалуйста. Мама, ну почему именно здесь? Потому что здесь чище. Посмотри, я тебе принесла. Мам, давай попозже, а? Больной никуда не убежит. Здесь и жаркое, и компот. Послушай, а ты руки мыл? Руки я мыл перед операцией. Так, хорошо. А ты все съел? И то, что утром я тебе оставляла, и рыбу? И рыбу кушал, и косточку вынул, и уши помыл, и шею. Покажи. Мама, дай зажим. Тампон. Еще тампон. Мама, что ты делаешь? Откуда ты умеешь? Я столько раз видела, как это делаешь ты. Закончишь, что-то мне дурно. Я, наверное, пойду. Ну, выйди, выйди. Следующего пациента берешь сама. Хорошо, пойду помою руки.